Мечты должны исполняться, так считает президент страны Владимир Путин. Счастливицей стала Раисат Акипова. Она не успела пообщаться с президентом во время его визита в Дербент и очень огорчилась. Поэтому глава государства пригласил девочку с родителями в Москву. Теплая встреча, объятия, подарки, экскурсия по древнему Кремлю. Восьмилетняя Раисат увидела, где и как работает президент. Вместе они позвонили министру финансов, который в ходе беседы выделил Дагестану дополнительно 5 миллиардов рублей на развитие. Ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов рублей. Пойдем. Владимир Путин тепло побеседовал с семьей Акиповых за чашкой чая. На память о встрече он подарил им книгу об истории Московского Кремля. Также в столице России Акиповы встретились с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он передал девочке подарки и организовал экскурсию по Москве.